Есть такое предубеждение, что S-класс на человека в 220-й будке проблемный и вообще неудачный. Но, как всегда, бурная слава отдельных узлов накладывает отпечаток на имидж в целом. Но есть люди, которые твердят, что если подобрать правильную модификацию, то проблем не будет. Поэтому не все так просто, ребят. Давайте разбираться. Всем привет, меня зовут Картавалесь Гроднев, мне 31 год. Это еще одна тачка, которую мне порекомендовали для нового проекта для моего канала. И слава богу Мерседеса за то, что он не послал нам этот отличный экземпляр. У нас есть возможность сегодня его попробовать и определиться, стоит ли. И это будет не просто классический обзор, а еще плюс эмоции человека, который постоянно мечтал о S-классе, который мечтал хотя бы просто на нем прокатиться. Но начал-то я мечтать, ребята, в 2005 году, но уже спустя каких-то 15 лет эти тачки сами в состоянии нестояния приползают к нам на коленях. Поэтому сегодня мы попробуем с вами разобраться в одном из самых противоречивых S-классов с точки зрения, конечно же, качества и, несомненно, одних из самых дешевых. Поэтому сегодня мы получим ответ на вопрос, стоит ли в году 2020 покупать Mercedes W220. Поехали, братишки! Для того, чтобы лучше понять это авто, нам необходимо с вами вернуться 30 лет тому назад, и вы поймете почему. Тогда мир увидел легендарный 140-й. Его называли по-разному – кабан, рубль 40. Но нельзя не согласиться, что 600-й ознаменовал эпоху новой России и постсоветских стран. Он возил лидеров мира сего, оберегая своей броней их жизни. Само по себе он стал фольклором, получив свое отражение в бандитских сериалах и множестве анекдотов. Он наводил страх, и владелец, обладающий таким автомобилем, транслировал власть, богатство и способность решить любые проблемы, даже если на кону стояла человеческая жизнь. Но не все было так гладко. 140-й сыграл злую шутку как с потребителем, так и с самой компанией. Немногие уже в концу 90-х хотели покупать дорогой и пусть даже надежный, но все-таки кусок квадратного железа. Компания попыталась что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию, но формальный косметический рестайл также слабо повлиял на потребительские вкусы. И только у братков в малиновых пиджаках, не знающих, куда девать деньги, машина пользовалась спросом. С точки зрения компании, машина разрабатывалась десятилетиями, и создатели вложились в нее без остатка. И что вы думаете? Она оказалась убыточна, не окупилась даже до сих пор. Когда оригинальные запчасти, сделанные еще 30 лет тому назад, до сих пор пылятся на складах завода. Компания осознала, что если она и дальше будет двигаться в таком ключе, разрабатывая поистине надежное авто, они будут проигрывать рынок. И прежде всего своим конкурентам, которые, делая красивую обертку, могли где-то сэкономить на надежности. Убыточность могла вообще поставить под вопрос существование компании. И тут нашелся человечек под именем Стив Маттин. И тут очень важно разобраться, что это за чел. Именно он нарисовал концепт дизайна нового S-класса. Классический, утром с тяжелого бодунища, еще в 92 году. И эти каляки-маляки, представляете, должны были заменить легендарного кабана. Этот человек, работающий в Мерседесе, создал поистине шедевр SLR. Видимо, не без участия, вдохновленным различными веселяющими веществами. Но он же создал ужас в виде А-класса и CLC. Видимо, к этому моменту наркотики уже закончились. После этого он ушел на заслуженное понижение в компании Вульва и там оставил остатки своей жизнедеятельности. Ну а мечтой вершиной его карьеры стал переезд в славный город Тольятти в России, где его расквартировали, поставив, видимо, на учете в Комитете по труду и занятости населения, и он все-таки получил должность вице-президента по дизайну АвтоВАЗа. И там он начал малевать новые Лады Веста, и знаете, они понравились даже мне. Видимо, опять возобновились поставки наркотиков. Знаете, вот сейчас любой русский человек, садясь в отечественную машину, может сказать так: «Марина, а ты знаешь, наша автомашина имеет корни легендарного S-класса». Не, на самом деле Стив Маттин большой молодец. Поднять имидж АвтоВАЗа на этом допотопном оборудовании — это нужно уметь. Что касается нашего 220-го, то он дебютировал в 1998 году. Разумеется, на такой машине владелец уже ездил сам, а не выглядел как водитель преуспевающего человека. Компания Mercedes поняла, что не нужно повторять ошибок прошлого, делать машину слишком престижной. Для того, кому нужен был дополнительный люкс и комфорт, реанимировали марку maybach, которую, кстати, тоже рисовал Стив Маттин. Помимо менее массивного дизайна, меньшей массы и полного отказа от механических коробок передач, машина запомнилась еще несколькими моментами. Во-первых, массовой пневматической подвеской, которая делала машину одновременно и комфортной, и приятно управляемой. Во-вторых, беспрецедентным усложнением уровня электрооборудования кузова и тесно связано с этим фактором стоимостью обслуживания, которая возросла в несколько раз. Ребята, только представьте, эта машина 2002 года, и в ней 5 километров проводов и 198 датчиков. А еще крайне неудачной окраской кузова. Впервые машина такого класса имела проблемы с надежностью и коррозией. Нельзя сказать, что машина получилась неудачной. Никто такого не скажет про топовый Mercedes, но определенно не такой щепетильный, но более навороченный, потому что в машину были внедрены более 30 новых нововведений. Интересно, что на фоне других проблем моторы тут действительно очень надежны. М112 и М113, а это именно V6 и V8, составляет основную часть рынка вот этих мерседесов. Они весьма надежны, хорошо ремонтируются, имеют большой и прогнозируемый ресурс, и многие мерседесоводы сходятся в мнении, что это последние и самые лучшие двигатели, которые когда-либо создавал Мерседес. Тут, как в моей Alfa Romeo, который был Twin Spark, имеется двойное зажигание, то есть это две свечи на цилиндр. Это 6-цилиндровый двигатель, соответственно, имеет 12 свечей. Имеет двойное зажигание, что положительно влияет на сгорание смеси. Также сама конструкция очень сильно упрощена, то есть тут 2 впускных и 1 выпускной клапан, и имеется по одному распредвалу на каждую из голов, что, конечно, положительно сказывается и на надежности, и на ремонтопригодности. Хотя есть свои проблемы. Гильзы тут силюминовые, но тем не менее ходят они более 300 тысяч километров без особых вмешательств, а это очень неплохо для нашего времени, согласитесь. Более того, я хочу сказать, что мои друзья из Мир Моторов и Автолиберти уже сейчас устанавливают с менее надежных 272-х и 273-х двигателей, там на всяких CLS-ах, на S-классах, именно на эти самые надежные М112 и М113. Ссылочку я оставлю вам в описании. Также, если вы захотите узнать, почему именно новые моторы Mercedes бензиновые оказались такими ненадежными, вы также увидите ссылочку в описании, и тут это видео уже посмотрело более 12 тысяч человек. Дизельные двигатели тоже лишены каких-либо проблем. Однако топовый двигатель V8 ом 628 настоятельно не рекомендуется покупать. Почему это так? Вы можете посмотреть на моем видео про этот двигатель, его уже глянуло больше 250 тысяч человек. Сейчас, конечно, вот эти всякие V12 и amg версии — это для истинных ценителей. Я надеюсь, вы недоумитесь их вообще купить себе, потому что эти моторы поставят на колени любого. Они именно для тех, у кого есть большой запас золотых монет в кармане и большое желание, при том, что с ними связаны очень большие проблемы. В России очень большой большой налог, то есть неактуальный. А у нас в Беларуси, кстати, добро пожаловать, welcome, таких налогов нету. Но двигатель V12 очень плохо вписывается в подкапотное пространство. И даже были какие-то отзывные кампании в Австралии, когда была проблема возгорания. Плюс еще этот двигатель очень проблемный в обслуживании, как вы понимаете. В гараже вы его точно не обслужите. И вообще, в принципе, эта машина за счет своих больших размеров вряд ли поместится в чей-то гараж. Что касается этой машины, то владелец поставил сюда газ, и он отлично вписался, и он получил на таком большом достаточно объеме 3,7 литра расход эквивалентный 10 литрам соляры. Согласитесь, это очень круто, можно наваливать тапку в пол every day, every night, и Грета Тунберг не будет иметь к себе никаких претензий. Я тоже поставил на свою машину газ, и что из этого вышло, как машина после этого поехала, вы можете глянуть по ссылочке в описании. Да, кстати, вы видели, как гелики заправляются газом ночью для того, чтобы не позориться днем? Я достаточно важно выгляжу за рулем этого автомобиля. На самом-то деле, такие неокрепшие умы, как я и большинство подростков, могут просто уже сейчас начать бежать своей мамам и одолжать деньги на покупку себе такой машины. Но не спешите, ребята. В конце я вставлю комментарии самого владельца, чтобы действительно вас отговорить или наоборот усилить ваше желание владеть этим автомобилем. Что я могу сказать? Ну, управлять этой машиной — это одно удовольствие. Я просто кайфую. Вот я могу сказать честно, что я сел сейчас вот в настоящий Mercedes. До этого, можно сказать, я ездил на Рено. Вот все приятно, как машина плывет, как она перестраивается. Вот посмотрите, едешь, просто кайфуешь, мягко нажимаешь на педальку. Тихо-то как. Я не знаю, как можно далеко вот уехать вообще с таким комфортом? Мне кажется, можно проехать вообще всю землю, честно говоря. Вот вокруг просто ехать, 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 ехать. Если бы я, наверное, сейчас купил эту машину как владелец, первый месяц я бы, наверное, накатал чисто вот 6000 километров, просто так кайфуя от самой езды. Это удивительно. Это при том 220-й Мерседес. Это не 221-й, это не 222-й, это не 223-й, это 220-й. Удивительно. Ну давайте тапку в пол. О, офигенно, 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 просто офигенно. Этот звук, это ускорение, да, это не спортивная машина. То есть ты не чувствуешь, что она слишком спортивная, но вот это плавное ускорение, оно супер. Никуда не качает, машина вот колом стоит так, как надо. Ты не чувствуешь практически ничего, ребят. Удивительно. Нет, я проникся. Я могу сказать, я проникся. Я до тех пор считаю, что Mercedes — это лучшие машины, которые когда-либо выпускали. Mercedes — это лучшая марка. Технически эта машина немногим отличается там, от 210-го Mercedes. Многорычажка сзади, двухрычажка спереди. Эта технология, она проверена уже просто годами, десятилетиями на тысячах, десяток тысяч других автомобилей. И она очень надежна. Но самой большой проблемой этих машин, конечно, стали пневмоподвески. Потому что основным источником разочарования стали наши дороги. В наших дорогах с грязью этой они не выдерживали больше 2 лет. Текли баллоны, компрессоры напрягались и высаживали аккумулятор. И вероятно встретить машину, лежащей на брюхе утром, ну, просто увеличивалась в разы. Но так как мы простые деревенские пацаны, а не павлины, несущие золотые яйца, то сейчас эта проблема решается намного проще, потому что вот сам владелец купил бэушный пневмобаллон всего лишь навсего за $100, обслужил его, и можно сказать, что эта проблема пневмобаллонов сейчас практически не страшна. Охуеть, она на бензин переключилась? Да, конечно, были те колхозники, которые колхозили Мерседес на пружины, но мне кажется, что им просто нужно гореть в аду, потому что мы, когда покупаем эту машину, мы хотим получить вот этот кайф, вот эту вальяжность, ощущение от приятного вождения. А если вы уже и на этом захотели сэкономить, ну, я не знаю, не проще ли тогда купить Рено Логан? Были еще и те, кто покупал машину на гидравлической подвеске Active Body Control. Она шла опционно на S500 и на 600, и там, конечно, она была еще более комфортная, куда уже вроде бы, да, чем пневмобаллоны. Каждый амортизатор мог подстраиваться под дорогу в зависимости от дорожной обстановки, но если там ёбнет, все, проще всего машину продать на металлолом, потому что это очень дорого. А коробки и трансмиссии тут тоже без сюрпризов, они достаточно надежны. На этих машинах, включая там 210, 203 Mercedes, они ставились пятиступки, и чаще всего после 2001 года они лишены каких-то детских болезней и свободно, спокойно отхаживают по 250 тысяч без каких-то проблем. Единственной проблемой может быть полноприводная трансмиссия, и на нее уже запчасти стоят, кстати, в 3 или даже в 4 раза дороже. Можно, конечно, встретить и 7-ступенчатые коробки первой генерации в более поздних моделях 2005 года. Но вот их точно не надо брать, если, конечно, вы не хотите еще доводить до ума и коробку. Ребят, я вам честно хочу сказать, я вот доехал до Заславля, это 30 километров. Я вообще не заметил, как пролетела дорога. Ну, я серьезно. Ну, ты не замечаешь, что дорога под тобой. И даже изначально, вот для большинства из нас, когда мы смотрим вот на этот S-класс, где-то там на фотографиях, он нас не прельщает. Но я уже говорил, что есть в Мерседесе какая-то свой собственная, ну, чары какие-то, какая-то магия. Ты когда в него садишься, ты в него просто влюбляешься, ты в него поглощаешься просто. Ну как? Тапка в пол. Погнал, хуячишь, блядь, как просто бог, убивая литры бензина. Просто я чувствую, как деньги выливаются из моих карманов, ребята. Поэтому сейчас мы едем на заправку. Как все произошло и какую боль ты ощутил, когда искал эту машину и доводил ее до идеала? Ну, на самом деле, мысль о покупке 220-го была еще достаточно давно, там года полтора назад я об этом думал. И год назад стал активно искать. И, конечно же, просмотрев огромное количество машин, это просто был страх и ужас, с чем я вообще сталкивался, потому что люди колхозили эти машины, перематывали изолентами, там все что угодно. Вынимали пневму, ставили пружины. Причем они не признавались об этом, не писали в объявлениях, а мне приходилось сделать там большой путь, когда ты приезжаешь, смотришь машину, и только уже потом выясняется, что там уже пневмы давно нет. Поэтому я уже после этого стал просто звонить напрямую, и первый вопрос у меня был, стоит ли пневма. Поэтому, конечно, таких машин 99% в очень плохом состоянии, как и внешние, кузовные дефекты, так и технические. Вот. И очень малая часть машин, которые все-таки фанаты и содержат их в хорошем состоянии. Этот вариант я еще летом встретил. Ну, конечно, изначально я хотел 5-литровый мотор себе найти и посмотрел вот этот вариант 3.7 летом. Взял себе на заметку, как галочку, что да, состояние хорошее, но все-таки хотел 5-литровый. Продолжал дальше искать, посмотрел все машины в Беларуси, которые могли быть именно по цвету и по формату. Я искал именно в лонге, чтобы был черный цвет салона и черный цвет кузова. И, конечно, я ничего не нашел интересного. Были одни упилки. Ездил в Москву, смотрел. И уже возвращаясь из Москвы, я понимал, что ну, либо я беру вот этот 3.7, либо я просто еще на полгода забиваю свою голову поиском 220-го. В общем-то, встретился я еще раз с хозяином, проехал, посмотрел, что действительно машина в хорошем состоянии. Я второй хозяин, получается. Первый хозяин, он ее пригнал из Германии сам лично в 2011 году. 8 лет она у него во владении. Он сам предприниматель, у него своя транспортная компания, он возит туристов, своих там 5 автобусов. То есть у человека есть деньги, он все вовремя обслуживал, вовремя делал. И когда мы приехали на Mercedes-сервис, как оказалось, он там просто всех знал, все его знают, он там с ноги открывал двери, там ходил со всеми, здоровался. То есть эта машина была на балансе у этого сервиса, и пацаны сервиса сказали, что бери смело, можешь даже не париться. И по состоянию были изначально моменты, которые нужно было поменять. Это пневмостойка, там потекла немножко, компрессор немного медленно качал, чем надо было. То есть он больше минуты подымал машину, то есть мало бар выдавал. То есть все, что было по списку, изначально я устранил. То, что было именно продиагностировано на станции. Ну и в процессе были какие-то моменты еще выявлены уже мной непосредственно. И в общей сложности, в совокупности, за 2,5 месяца владения получилось там порядка $2000 мне пришлось вложить в эту машину, чтобы довести ее, ну, практически до идеала. По кузовщине сейчас вопросов нету. Был единственный жук там на крыле, на правом. Я купил крыло, покрасил. Ну и по технике, конечно, пришлось столкнуться с такими достаточно дорогими ремонтами. Это как замок зажигания, перестал видеть ключ, то есть пришлось покупать, перепрошивать. То есть это порядка $160. Это пневмобаллон и компрессор, тоже достаточно недешевые вещи. Ну и так получилось, что я влез уже и в генератор-стартер полностью перебрал, под оригинал все запчасти туда поставил, помпа новая, то есть, ну, много чего поменял на самом деле. То есть сейчас фактически вопросов нету никаких по машине. И по компьютеру я когда приезжал к парням, просто к любителям и фанатам мерседесов, когда они подключали диагностику стар, они очень сильно удивлялись, что такого года машины нету ни одной ошибки. Именно ошибки активных, которые там какая-то проблема. Да? Ну ты можешь вот сейчас озвучить ту сумму, которую ты вложил в машину спустя 2,5 месяца ее владения? По поводу стоимости работ вышло порядка $2000 с момента покупки за 2,5 месяца. И список всех работ с учетом стоимости запчастей я предоставлю Олесю, которая разместит в комментариях к этому видео. Конечно, многие работы, которые я производил, они были выполнены уже по моей прихоти, потому что что-то можно было не менять. Но так как я фанат и очень люблю эту машину, я изначально делал все, что надо было, и то, что могло бы немножко подождать. Например, я сразу купил новый комплект дисков, колодки, заменил тормозные трубки, заменил помпу, ну и много чего поменял, того, что могло бы быть еще немножко походило бы. Хотел машину довести в надлежащее состояние, чтобы она меня радовала. И в дальнейшем я планирую расход порядка $1000–1500 в год. Ну вот, Юра, смотри, ты поездил машиной, ты в нее уже вложился. Скажи, какому человеку ты советуешь ее брать, а кому ты настоятельно не рекомендуешь? Ты активный, молодой, заряженный, у тебя жизнь кипит, бурлит, и ты холостой, без семьи, то однозначно ты можешь купить себе такую машину. Если ты семьянин, у тебя 3 детей, и ты работаешь на окладе, на зарплате, то, конечно, может так случиться, что ты будешь жить в этой машине, потому что жена тебя выгонит рано или поздно из дома. Конечно, в целом машина достаточно надежная. В те годы еще делали машины на совесть. Конечно, здесь много очень электронных систем, огромное количество датчиков, огромное количество нововведений, которые требуют внимания. То есть действительно эту машину надо любить и нужно хотеть в ней разбираться. Потому что если ты будешь просто по любой ошибке ездить на официальный СТО Мерседес, то, естественно, тебя просто разуют как лоха, и ты просто будешь огромные суммы отдавать. То есть тебе нужно самому понимать реально, что происходит. Ребята, запомните, каждый Мерседес рано или поздно становится Опелем. Мало иметь трехлучевую звезду на капоте, нужно иметь состояние Мерседеса. И мне кажется, что я сегодня нашел машину, которая выглядит как Мерседес и, самое главное, едет как Мерседес. И в этом очень большая заслуга его владельца, Юры. Большое тебе, огромное спасибо, что ты дал мне эту машину просто попробовать. Я сегодня, ну, получил просто обалденное удовольствие. Большое, огромное тебе спасибо и... Блядь, мы сейчас начнем от... Сейчас. Знаете, я уже говорил, то, что мне знакомы Саша Лисафин, дядя Бой, и вот я нашел третьего человека, Юру, который, ему надо поставить памятник, то, что он вкладывает деньги для того, чтобы этот Мерседес оставался именно таким. Машина, которая ценится так мало в рамках Ютуба и так много в жизни своего хозяина. Мерседес, который вошел в историю как один из самых технологичных и самых ненадежных. Машина родом из 2000-х, которые могут позволить себе практически каждый. И вам самим решать, брать такую машину себе или нет. Если уже попадать на попадалово, я бы взял, наверное, CLS или CL, который построен на базе этого S-класса, и полностью себя похоронил бы в гараже. В которой, кстати, эти машины не поместятся, как вы понимаете, из большого размера. Давайте представим, а что было бы, если бы мы с вами взяли самый усосанный вариант за какие-нибудь 3000 баксов и попробовали его восстановить? Да мне кажется, не хватило бы просто никаких денег. Нужно было продать не то, что гараж, но было продать хату. Или проще купить уже 221 Mercedes, а это дорого. И вот тут такая дилемма, знаете, заниматься этим или нет. Тем не менее, я очень признателен за то время, которое вы провели рядом со мной. Я надеюсь, что вы не потратили свое время зря, что я вас не разочаровал, и очень буду рад встретиться еще раз на моем пока что скромном канале. А если вы хотите видеть меня чаще, вы можете стать премиум-подписчиком на Patreon. Вся информация про то, как помочь каналу и сделать это, будет в описании. Большое вам спасибо. Надеюсь, вы любите Мерседес так же, как люблю его я. И до новых встреч.